Ну что, топим за молодых. За молодых, конечно, нужно топить, нужно болеть, поддерживать. Надеемся на достойную игру от них, что они смогут уровень показать. Надеемся на это искренне. Ну вот на Итора. Итор один остался. Пока там нападают у нас на Флая. Итор пытается убить. И, кстати говоря, хороший блок от Крита. Итор живет. Что будет с Флаем? Его судьба. Флай нажимает светлячки. У него есть стики. Но можно его постараться забрать и сделать ФБ спиритом. Ки, тычечку, тычечку еще. И килл. 1-0 за спиритами. Получите, Игорь, распишитесь. Ну, слушай, у него есть дримкойл там, кого опять нашли, кстати, Флая. Но сюда выдвигается Абис, дримкойл, нажимает дримкойл, нападает на Непошку. Непошка, арба полетела, у него шансов спастись, по идее, нет, то здесь, подожди, он живет! Нет, 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 Флай все-таки его добрал, но Флая можно забрать. Етора даже здесь, смотри, приветики, на, тычка, раз, а стан в КД, я понял. Ну, убили Непошку, да, разменяться не получается. Защищают своего пора. Врыв, Етора, пошел. А, толкает Етора подальше. Етора стан. У него 18 стиков, не забываем про это. Телепорт сюда нажимает Непошка. Етора хекс. Инксвельчик, что развернуться хотят? Нет, просто спасти. Стики у нас ставим. Там приходит Айс-Айс-Айс. Смотри. Он с Думом. Можно выйти, дать Дум. Инферноблейд можно дать. Да, Мирослава забрать. Шекл хороший. Поймали Урсу. Артизи красный. Получается Нартизи. Етора нажал стики. Приходит в ухо. Б почти сюда. Нартизи красный. Там Равага хорошая. Артура бы набрать, как-то постараться. Там минус на Айс-Айс-Айс. Минус Артизи. Минус 2 делают. Тим Спирит и выживает. И Мирослав, и Ятора. Это 3-1 за спиритами, ребята. Торонто, вот, ну, видно, хочет он кого-то поймать. Кстати, его поймали. Сейчас втроем нападает, будет телепорт. Реакция хорошая, нажимается на Мирослав телепорт. А Торонто плотно, тренков разрывается. Есть Хексулька, есть Шекл. Торонто, может быть, нет, 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 не может быть. Нужно просто пытаться уходить. Будет ли поддержка еще какая-то? Поддержка Непошка без телепорта, поэтому он не придет. Так бы могли и убить кого-нибудь. Там Артизи красный на боте. Минус Артизи, забирает Артизи. И красная ССС, Етора добрать, тычка. Есть килл, дабл килл для Етора. 5-1 у Ятора и у спиритов, 2-0 у Ятора и 1200 у Ятора на кармане уже. Стики там, топорик. Но мы-то знаем, на что он купит себе. Тут врыв куда? Напал у нас на Мирослава. Абит вместе с Критом нажимается даже дринкой, прожимается стики, ставится варды, Шекл полетел, Инксвейл, Абит под царицем находится, красный Абит, Абит постарается бы убить, сейчас минус Абит есть, хорошее убийство, минус, Крит Торонто делает даблкил, это 7-1 уже за командой Team Spirit. А, может быть, очень интересно. ЕГЭ начинает душить, чтобы вышку-то забрать. Не знаю, есть ли смысл драться вообще за эту вышку. Не понимаю, в чем смысл, в чем прикол. Минус Мирослав, нажимается Равага. Равага хороший, но без продолжения адекватного. Там забирает минус Крит. Есть Крит, хорошее убийство. Нажимает Сомбайнд. Абит под фокусом улетает на арбе. Было близко, не получается. Якорем бьет коллапс. Гоняет Торонто, который под Думом находится. Но Торонто надо подсейвить. Подсейвить, видимо, его нечем. Это будет минус Торонто. Забирает Торонто Токио. Там у нас за Мипошка погоня на Тортизе. Минус Мипошка. Минус 3. В чем смысл драться за эту вышку? Я не понимаю. А Ятора кайфарики ловит. Тут телепорты, кстати, пошли на него. Бежать, Ятора, бежать. Диффуза у Артура еще не готовы, но приходит на Ятора. Где поддержка? Вот она поддержка прибегает, но далеко еще команда Ятора. Первый раз его должны будут убить сейчас. Минус Ятора, где команда? Вот он коллапс, сейчас будет ревел, сейчас что нажат. Разворачиваться нужно срочно. Равашку коллапс нажимает, Сарис получает коллапс там под фокусом. Крит есть, не получается. Хороший ревел, но Торонто забегает сбоку. Минус Артизи почти сделали, но почти не считается. Артизи краснючий убегает на базу, но забрали Крита. Ятора реинкарнацию отдал первую, это плохо. Вот так вот, да, Рошка забираем. Там, что у нас, ЕГЭ, нажимают смоки, успеют ли они сюда подойти? Да даже если успеют сюда подойти, там будет Равага, и там будет шикарная контратака от наших пацанов. Ну что, ну что, пошли хексы. Пока Рошан еще не добит, был, забирают Флая быстро. Минус крит, минус 2 саппорта есть, коллапс получил, блядь, забрать, а Егис забрать, забрать коллапс, забирать Егис, все нормально. Минус за саппорта сделали, а Егис забрали, но Ятора, да ему не нужен был, а Егис на самом деле поймали. Артизи, 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 без энрейджа, убить Артура, постараться, минус Артизи, есть килл, минус 3 делают спириты, минус Крит, до свидания в таверну, после ББК Крит отправляется, можно еще Сайса поймать, постараться, полетел Тос, коллапс, залетает Равашку, давать смысла, я думаю, нету, просто гречка, просто руками, минус Сайс, 15-4, спириты сейчас выигрывают ЕГЭ. Кто бы в это мог просто поверить? Фантастика. 18-9 против, они, против LGD. Вот.
тут кого убили. Ой, Абита поймали, неужели? Минус Аби, да, Soulbind хороший. Я Тора став Soulbind. Минус Азисайс. Минус крит, минус 3. Дальше гнать, гнать, гнать. Заканчивать, заканчивать эту карту прямо здесь. И сейчас минус Артизи. Хорошо, 19-4. О, пацаны, не. Куда ЕГЭ так играет? Не-не-не. GG! Сюда, блядь, 22 минуты. Очень неплохо. Герокоптер против Лансера. Так что здесь, конечно, копилочку для Team Spirit. Это есть приятный бонус в этом плане. Да, да, есть бонус. Так, тут, кстати, Абита. Абита увидели. Абит, Тосик, туда, под Торонто. Хватит ли урона добить его? Гречка есть. Нужно постараться добить. Но там уже близко крит. И сам по себе Мирослав красный. В итоге Абит выживая. Подходит сюда у нас Флай. Шикарный Карус. Начинает блочить. И Вортекс. Хекс наверняка. Это будет First Blood за ЕГЭ. Забирает его Абит. Есть первый килл. Сам Абит. Но здесь он не успеет. То есть, или задонает ее Торонто. Это заберет. Заберет. Ну, кстати, как бы здесь Торонто сейчас не умер. Массовые телепорты начинают сразу сюда. Торонто дойдет. 9 стиков есть у него. Ладно. Греча. Торонто жить, жить, жить. Спирит по нему попал. Торонто, что разворачиваешься? Торонто, что происходит? Он пытается на тоненького забайтить. Он забайтил, забайтил крита. И рефракшн появляется. Но выживет ли Торонто? Здесь нет, не выживет. Крита бы хотя бы добить. Торонто пытался на очень тоненького сыграть. Не получилось. Гречка 2 секунды. Тысяч. Ну хотя бы крита убивают. Ну попытка была неплохая. Так, там торпеда. Мирослава увидели. Тут Санрей его греет. Он разворачивает гречку. Тосик есть. Татик неплохой. Арена копье поймали. Абида, Абида может забрать. Забирает его. Кулдаун. Мирослав красный. Убить бы его постараться. ЕГЭ забирают. Его ЕГЭ. Ну размен, конечно, в пользу. Ятора, блядь, стяще просто палец. В итоге умирает Ятора. Поставляется Мипошка, минус Мипошка, Ятора забайтился на Супернову, а крит вовремя среагировал, в итоге просто умирает. Само по себе не разогнанная, а Лансер разогнанная, еще как разогнанная. Так, там в миду Мирослав, скорее всего ценой своей жизни забрал сейчас вышку, Абида глимснули обратно, но Мирослава в любом случае убивает. Тут врыв пошел, кстати, минус крит, размен смогли провести, выезжает ли Абид? Абит, Абит. Ну, можно на Мипошку пойти. Артизи уже здесь. Ну да, минус Мипошка. Мипошку у нас заберут ЕГЭ. Ну, хотя бы этот, не проиграю ставку. Хотя, может, не, конечно, выиграть в чем. Ладно, пошла арена. Кстати, неплохо. Артизи. Артизи поймали. Артизи бьют всем силом. Артуру больно. И Худ как живого спасает. Худ, это Худ решающий был. Минус Мипошка. Он впитал этот урон колоссальный. Не хватило элементарного урона. Минус Ятора. Ставится хороший Супернова. Супернова здесь будет, конечно, защищать, тем более на второго уровня. Кто ее будет бить-то? Торонто заставляет нажать БКБ, и Торонто убегает. Да, отсюда, там у нас Мирослав остается, минус 3 делает Evil Geniuses. Начинает его колотить спирит, смотри, начинает бить. ЕГЭ, не знаю, догадываются, я думаю, догадываются однозначно, конечно, догадываются. Начинает подтягиваться Dice Size. Рошан почти пал, но по ОХП его пробили спириты здесь. Теперь главный драку нормально провести. Артизи начинает нажимать допель иллюзии раскидывать. Айсай Сайс, не та цель для убийства. Он очень плотный. Подкопали все по Мирославу. Подходит сюда, бит, есть глимер на Мирослава хорошая. Есть гречка. Мирослав таверну минус один уже есть. Выкупается обратно в игру, конечно, тени сразу здесь. Нужно добраться ему только. Но идти он будет очень долго. Айсай Сайс прожимает Bloodstone 17 зарядами. Пошел бить Артур. Ятора, БКБ, маны нету. Ставит Спернова. Спернова идеальная прямая игра. Он залетел туда. Минус Торонто, а улетел я Тора, ну хотя бы что-то, но это минус коллапс еще будет, и это будет минус Рошан. Это будет минус Рошан, ребят. Ну что, ЕГЭ, пошли на Рошика. Ну и стороны ЕГЭ забирают. Минус страна легчайшая, пока без боя дают ее спириты. Там в миду Айсай Сайс. Айсай Сайс у нас без сыра, но у него Худ. Ох, как его далеко затосрит, смотри, ни хрена себе. Потерь 4, но хватит ли урона, не знаю, нет, урона не хватает. Урона не хватает, Bloodstone, Худ. Впитал огромное количество на SSS. Опять глимс обратно его. Колдаун запускается. Хорошее копье. Можно убить SSS. И можно будет забрать Артизи первый раз. Минус Артизи. Так, интересно. Выкупается SSS. Летит на вампост. Тут сразу Абит врывается. Но Абит да сыр есть. Можно будет ману себе восстановить, если что. Артизи копье. Но Артур плотный достаточно. Но вроде бы урона хватает. Дупергангера не хватило. Артизи. Байть нужно иллюзиями. Но похоже понимаю. Да, спирит кого бить. Артизи красный. Минус Артизи почти здесь.
сделали, но не убили его, заразы. Не хватило немного. Минус Торонто, минус Ятора сейчас будет. И рассыпается у нас спириты. И это минус еще сторона. С Нрейчиком сейчас урона подогреет Артизи здесь. Он захилится. И... сторона почти пала. Немножко кулдаун пролетел в Хойкенен. Постараться немножко потыкать иллюзии, потому что так легко и просто сторону давать не хочется. Санреем греет Артура Тараска. Избываем тоже есть. Добит шикарно. Тортиз доджит. Он копье коллапс не получается. Его цепнуть. Ставится статик. Статика все выходят. Вортекс Аганим на шикарный минус. Который минус Мипошка забирают. Торонто. Пошли байбеки. Появились байбеки. Благо минус коллапс. Коллапс уже без байбека. Ты чувствуешь, ему не хватает. Монодрын по трем героям выкачивает. Ману замедляет. В итоге минус Мирослав. Уже под фонтаном SSI просто загоняет команду. Team Spirit и Spirit сдаются. Это 1-1. Но они в любом случае большие молодцы. Они выиграли очень легко первую карту. Здесь на этой карте Fly и Крит грамотно задушили просто темпуарочку. Темпуарочка не загналась, все, минус герой по факту был у спиритов. И все равно старались, бились. То есть ожидания и впечатления от спиритов хорошие очень.